Что касается города Сочи, то вы знаете, что мы располагаем только своими общественными театрами, совершенно не располагаем своей собственной труппой. Но несмотря на это, сцены этого зимнего театра очень востребованы. Особый статус Сочи как всероссийского курорта делает эту культурную площадку очень популярной среди артистов и зрителей. В рамках форума в пятницу состоится спектакль театра имени Маяковского «Плоды просвещения». А в основном участники будут рассуждать о времени и о себе. Пройдут тематические заседания и творческие встречи. Форум – это своего рода ревизия театрального дела в стране. Чтобы не просто понять, что происходит в театре, а сформировать дальнейшее развитие театрального искусства. Например, по мнению участников, сегодня театр не дает ответа на вопрос, какой реальной идее он служит. Мы перестали говорить со зрителем о том, что их сегодня волнует, утверждает Калягин. Впервые форум в таком составе начал собираться в 99 году. С тех пор прошло много лет, и необходимость в наших форумах никуда не исчезла. И всякий раз мы собираемся вместе, и всякий раз ищем пути выхода. И пути адаптации к новым переменам. В Сочи участники форума пробудут до субботы.